И зимой, и летом они живут в воде, и только весной начинают опасаться за свою жизнь по-настоящему. Ой, да как по-настоящему в 94-м году был, знаете, как настоящий? По форточку. Мы уже в дверь не входили. Эти неприятные воспоминания возвращаются каждую весну. В этом году половодье задержалось, но подготовку к нему жители вели давно. Мы уже первый этаж, вот все у нас вещи собирают, поднимают повыше, все ставят. А как быть-то? Если вода войдет, то уже там некогда будет что-то делать. Валентина Степановна живет в этом доме 30 лет. Говорит, уже который год ее двери открыты для соседей с первого этажа. Ведь именно они страдают от половодья первыми. Самый низин у нас. Все дороги вот идут сюда, вся вода идет сюда. Больше всего они боятся, что затопит первый этаж, готовы мириться с постоянной грязью у дома, плохой дорогой и пылью от проезжающих машин. В общем, совсем, лишь бы эта лодка в этом году не пригодилась. Там еще у соседа лодка, тогда в две лодки будем, если что, ездить за хлебом. Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Местные мальчишки ждут лодочный сезон с нетерпением. В том году за переправу они брали рубль, в этом спросят 10.